Есть два основных направления, на которых делают деньги. Бизнес и инвестиции. Да. Проблема в том, что у инвестора цель сохранить деньги. Да. Не столько заработать, сколько сохранить. Если вы посмотрите мировые самых богатых людей, то в основном там бизнесмены, а не инвесторы. В основном там бизнесмены, а не инвесторы. Потому что у инвесторов цель сохранить. А бизнесмены, они газуют до последнего, до конца. И они, как правило, зарабатывают больше. То есть бизнесмены зарабатывают больше? Да, бизнесмены зарабатывают больше. Но проблема в чем заключается? Проблема заключается в том, что построить большой бизнес шансов меньше. То есть вероятность построить большой бизнес в одном направлении меньше, чем быть успешным во многих направлениях как инвестор. То есть когда ты инвестор, у тебя больше шансов заработать средненькую прибыль, там 12-15% годовых, но зато с большей вероятностью. Да. А в бизнесе ты можешь заработать сотни процентов, но с меньшей вероятностью. Да. Но если ты заработаешь, ты быстрее станешь миллиардером. Поэтому нельзя сказать, что лучше. Что лучше? Если ты инвестор и у тебя стартовый капитал большой, то по 10-15-20% годовых, вот Уоррен Баффет исторически за всю свою карьеру делал 20% годовых. Усредненно. Все время усредненно. Да. И он сейчас, вы знаете, самый, он... Да. А в бизнесе проблема в том, что там отгадать, что будет более перспективным. Иначе всю жизнь потратишь и так и миллиардером не станешь.